Всем здравствуйте! С вами главные новости. Матильда, или Елена Мозговая, рассказала в Инстаграм своим поклонникам о тех болезненных переживаниях, которые она испытала при разводе с музыкантом Сергеем Шнуровым. Она назвала ушедший год очень сложным и трудным. По словам Матильды, если бы не поддержка друзей, она бы могла сломаться. Бизнесвумен поблагодарила их в своем продолжительном Инстаграм-посте за их старания и терпение. Ведь только благодаря им ей удалось преодолеть жизненную турбулентность, которая была связана с разводом с Сергеем Шнуровым. Матильда надеется, что наступивший год окажется для нее не разрушительным, а созидательным, и она сможет начать все с чистого листа, только уже имея за плечами колоссальный жизненный опыт. Знаменитость призвала поклонников верить в свои мечты и пожелала им исполнения всего задуманного, а также хорошего настроения и прекрасных моментов. Пожелаем и мы Матильде справиться со всеми трудностями. Спасибо за просмотр и подписывайтесь на канал. А с вами были главные новости.